Пресекли преступную деятельность наркодилера и изъяли из незаконного оборота наркотические средства сотрудники линейного отдела МВД России на станции Инская. Они задержали подозреваемого. На железнодорожном перегоне в Октябрьском районе города Новосибирска в поле зрения оперативников попал 34-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. Мужчина оборудовал тайники закладки с мелкооптовыми партиями запрещенного вещества, был задержан и доставлен в дежурную часть. В ходе личного досмотра у него изъяли более 20 граммов героина. В дальнейшем транспортные полицейские установили места 7 тайников закладок, оборудованных задержанным вдоль железнодорожной насыпи, и изъяли оттуда свыше 100 граммов аналогичного наркотика. Во время обыска в квартире, где проживал мужчина, следственно-оперативная группа обнаружила емкости с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что в них также находится героин. Общей массы более 2 килограммов, 200 граммов и 262 грамма метадона. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения и покушения на сбыт наркотических средств, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. За наиболее тяжкое из инкриминируемых ему деяний Уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.